Доброе утро! С вами Кирилл Белинский, чемпион Республики Беларусь по футбольному фристайлу 2013 года. Сегодня я покажу вам трюк, который называется «Back around the world». В переводе с английского «back» означает «назад», что значит, что во время выполнения первого движения мы как бы начинаем двигаться в противоположную сторону. Сейчас я продемонстрирую вам этот трюк без мяча, для того, чтобы было понятно, как двигаются ноги. То есть мы выбрасываем мяч перед собой, далее двигаемся в обратную сторону и в конце прыжок. А сейчас я продемонстрирую это движение только с мячом. Пробуйте, и у вас обязательно получится. Живем футболом!